Ну вот второй день начинаем делать потолок. Уже открыли стекловату, открыли вот утеплитель. Сейчас начнем с конца и будем потихонечку подходить к воротам. Поехали. Ну вот, на сегодня мы закончили все-таки утеплять потолок. У нас закончилась стекловата, больше нету, как бы. И осталось немножко утеплителя, вот. То есть, чуть-чуть лежит тут. Как раз, я думаю, должно хватить у нас вот здесь наверху. Вот здесь наверху. И немножко на начало стены. Вот. А так вот, потолок сделали. Уже немножко комфортнее становится. То есть, уже что-то. Вот здесь окно буду тоже заделывать. То есть, оно нам вообще не нужно. И уже дальше будем смотреть. А также еще вчера забыл сказать. Я покрасил профиль на воротах. Вот. Покрасил профиль на воротах. И сегодня мы еще вот... Ну, точнее, вчера сделали дверь железную, этот профильную. Вот. А сегодня еще вот ручку прикрутили. Вот, ручку. То есть, как бы, ну, уже преобразовывается. Скоро... Еще сделаем замок на дверь и будем потихонечку продавать. А вон там вон весь товар стоит в углу. Пока что так, как бы, ну, чтобы не испачкать его. А уже дальше, когда стеллажи поставим, будет на стеллажах все стоять.